Всем привет, вы на канале Steven Games, я продолжаю играть в игру Mortal Kombat X Mobile. И сегодня у нас первый взгляд на Sonya Blade классическую. На данный момент я могу Sonya Blade классическую назвать лучшим персонажем из всех золотых персов, которые были анонсированы в данном обновлении. Вы спросите, почему? Я думаю, вы сейчас все поймете, когда посмотрите на то, как она атакует, какая у нее пассивка, ну и, конечно же, какая у нее команда. А Sonya Blade Холодная Война и Kensho Balance, да, это приблизительно та же тима, что была в предыдущий раз, потому что пассивка у нее одинаковая. И поэтому, конечно же, да, это немного меняет отношение к данному персу, но сам персонаж, он мне очень сильно понравился. Начиная с пассивки, заканчивая, конечно же, спецприемами, ну и в целом скоростью их нанесения. Обезвреживание Sonya наносит урон всему отряду противника и снимает их щиты. Кроме того, все спецназовцы в ее отряде игнорируют стойкость врагов. В общем, наносите обезвреживание, а это спецприем 1. Снимайте все щиты, которые поставила Sonya Blade Холодная Война у всех персонажей за один только раз. Ну и дальше, конечно же, можете спокойно наносить спецприем 2, который вырубит любого персонажа, даже бриллиантового с первого раза. Но вы можете наносить X-Ray, ну, если, конечно, его накопите. А я уже играл этим персонажем Sonya Blade, я накопил X-Ray, записал это. Если вдруг у меня в этом ролике не получится это продемонстрировать, то где-нибудь в углу вы увидите видео-вставку, где этот спецприем будет продемонстрирован. Сразу вам скажу, там ничего такого интересного нет. Максимум вы посмотрите на урон, и то я там ударил по блоку. В общем, постараюсь в этом ролике вам его продемонстрировать. Спецприем 2 — это классический спецприем. В этом обновлении у каждого практически персонажа, которого я бы не тестировал, просто бомбезный спецприем 2. Я вам скажу так, что он выносит сразу же любого персонажа. Это не только у Sonya Blade. Это было и у Скорпиона, это было и у классического Рейдена. Это было и у Триборгов, по-моему. Хотя Триборгов я особо не помню, потому что играл, по сути, только спецприемом 1. Ну и, конечно же, спецприем 1 персонажа тоже достойный. Ну, к тому же пассивка персонажа тащит. Ладно, что ж, давайте посмотрим сейчас на команду. Это Kensho Balance, дает сразу же 1 очко силы всем спецназовцам. И Sonya Blade — это щит. Бой в сети. Переходим сразу же, сложная битва. Ну и, конечно же, начинаем выигрывать. Сразу же скажу, если попадется Sonya Blade Холодная Война, как раз она нам попалась, я сразу же вам продемонстрирую данную пассивку. Пассивка довольно интересная. Начиная со стойкости, заканчивая, конечно же, вот этим вот истощением щита, мне нравится. Потому что стойкость у персонажа, конечно же, у меня хилая, у этих именно персов. А благодаря вот этому персонажу все становится на ура. Давайте даже посмотрим. Снимаем щит этому персонажу. И у всех оставшихся персонажей щит снимается. Ну, конечно, сейчас вы этого не увидите. Потому что я постараюсь сейчас вообще накопить спецприем 3. X-Ray имеется в виду, и нанести по какому-нибудь из персов. Я думаю, именно вот в такой вот тиме у меня получится это сделать. Потому что это легче всего, нежели потом возиться с бриллиантовыми персонажами. Хотя с этой тимой возиться-то не придется, но накопить X-Ray, я вам скажу, все равно будет довольно сложно. Так, получай. Еще немного лысик урона. Ставим блок, давай, наноси свой спецприем. Спасибо за отключение спецприемов, но я надеюсь... Нет, нет, женщина, вот только ты не вмешивайся. Отлично, спасибо. Наносим X-Ray. Смотрим, сколько урона она нанесет. Честно говоря, я не знаю, у меня там какая-то пассивка Куан-Чи сработала. А что у него за пассивка, я не помню. Уж очень давно это было, и неправда, 78 тысяч как раз таки. Ну, наконец-таки Sonya восстановили, а то она стояла как замороженная точно. И да, как вы видите, сработал щит, поэтому по мне сейчас урон никакой практически не нанести. Эй, ты козел, ты что вообще только что сделал? Блин, я плюс персонажа не могу выбрать, поэтому я, скорее всего, сейчас солью Sonya Blade, потому что ни одного персонажа я выбрать, к сожалению, не могу. Приходится как-то атаковать, и, блин, у этого Джонни все время блок, наконец-таки он исчез и даст мне немного нанести урона по другим персам. Так, получает, дальше нанесем мы по себе спецприем. Один, не беспокойся, Ермак, все отлично, все замечательно просто. Еще немного урончика, получаем. Блин, классическая Sonya мне нравится, вы посмотрите просто на ее скорость. Она сейчас вырубит всех персонажей, при том, что мне не дается выбора. Блин, если бы я там заблокировался, я вам отвечаю, я бы победил. Просто я там не заблокировался. Я думал, что успею нанести урон, но не получилось. Все равно, мне кажется, что только что Sonya Blade классическая вырубила троих персонажей без каких-либо проблем. Ну и пассивка, конечно, это что-то с чем-то. Нажимаем далее и смотрим на следующие персонажи, на следующих персонажей. Это... Что? Один... Подождите.
Что это за Тима-то вообще такая? Вы посмотрите Тима. Просто на нее. Я, шеф, два счета разнесу. Это бред полный. Один лишь Скорпион, Рейден классический первого слияния вообще. И Джеки Брикс, серебряный персонаж. Что она вообще делает? Зачем она здесь? Основной добивающий удар Джеки наносит плюс 100% урона и оглушает. Что? Что это такое? Ну да ладно, давайте перейдем в бой, не будем на нее особо обращать внимания. В целом нам здесь, нас здесь интересует, конечно же, Скорпион. И я постараюсь сейчас сразу же нанести спецприем 2, чтобы он не стал блокироваться. Хотя это будет сложно, не всегда срабатывает блок при нанесении первоначального урона. Надеюсь, у меня как раз таки он не сработает. Да, не сработал. И поэтому я по большей части половину жизни где-то выношу у этого Скорпа. А то и все. Ну, все не получилось, к сожалению. Но где-то половинку я все же вынес. Дальше, как вы видите, наносим еще немного урона. Выпускаю я, конечно же, Кенши. И истощаем его. И нехило, кстати, истощаем. Ну, Рейден, ты тут извини, конечно. Ты, конечно, хороший персонаж. Но первое слияние, ребят. Он первое слияние. Он, по сути, ничего не сможет сделать, даже если и захочет. И я просто обычными кулаками его вынесу. И потом мне остается только один Скорпион, который практически прикончили моего. Ну и все. И, блин, это последний персонаж Джеки Брикс. Это вообще смешно как-то. Ну, я не знаю, честно говоря, зачем ее выбрали, но да ладно. Спасибо то, что меня положило на пару секунд. Я отдохнул. Ну, а дальше прощай, Джеки. Победа. Ну, странная вообще, конечно, была подобрана мне команда. Но хорошо, мне зато повезло. Дальше, смотрим дальше. Мне бы хотелось сейчас сразиться против трех бриллиантовых персонажей. Провозился я с этой Тимой 39 секунд. Можно было бы, конечно, гораздо быстрее выиграть, если бы истощение было на персонажа. Вот, вот, сейчас мне нравится. Седьмое слияние, 50 уровень. Конечно же, без какой-либо экипировки, поэтому это уже не то. Но все-таки это все есть. Смотрим. Конечно же, здесь будет только у Скорпиона, по-моему, пассивка действовать. И спецприем, полтора спецприема будет ему доступна. Это ерунда полная. Поэтому даже лажа, можно сказать, и так мы победим сейчас и этих персонажей очень быстро. Скорпиона, я думаю, одолею сразу же. Ну, если сразу же даже не получится, блин. Вот видите, здесь я нажал на персонажа, но почему-то не сразу сработало. Или что? В общем, выбрал не сразу перса. 85%. Получаю еще 91. Вынесли. Сразу же вынесли персонажа. Это даже смешно смотрится. Блин, отключи. Все, отлично. Спасибо, спецприем ты отключила. Молодец. Так, дальше ставим блок. Ну и конечно... Блин, я хотел контратаковать. Я хотел контратаковать, ребят. Когда я ставил блок, я надеялся на контратаку. Но не получилось. Ничего не получилось. Оу, спокойней ты, блин, швыряет тут меня еще. Блин, мы сейчас этих всех персов одолеем только одной Соней. И это бриллиант, по-вашему, ребят, это бриллиант? Это никакой не бриллиант, это лажа полная. Но хотя вот здесь вот я облажался, наношу блок, урон, но что поделать. Ладно, хорошо, сейчас постараюсь, конечно же, контратаковать его и заново нанести спецприем 2. Хотя здесь можно и не контратаковать, мы победили. Три бриллиантовых персонажа приблизительно за 40 секунд. Как это называется? Соня Блейд, она просто восхитительна. Блин, я ее качать буду, наверное. Я построю такую команду. Джонни Кейдж, Охотник на нежить, Соня Блейд классическая, Соня Блейд Холодная война, и все, меня никто не разнесет. Блин, это просто идеально. Но Соня Блейд Холодную войну только прокачать придется. А так все очень хорошо получается у меня почему-то. Чувак что, не мог себе ломануть Скорпиона? Зачем он Мелину пронизывающую поставил? Ну хорошо, пусть будет так. Это его право выбора. Некоторые бойцы используют захваты, которые невозможно блокировать. Да, это, конечно, интересно. Очень интересно. Ладно, давайте уже запускайте игру. Загрузки стали дольше длиться. Не знаю почему, но да ладно. Что ж, Соня, надеюсь, ты тут всех сама разнесешь без каких-либо проблем. Извини, Мелина, но ты недостойна ее спецприема 2, поэтому тебя мы будем добивать обычным способом. Обычным способом, я сказал. Поэтому даже не пытайся по мне урона наносить. Отлично. Так, она что-то там пыталась сделать, но у нее ничего не получается. Последний ударчик, все, вынесли. Спасибо. Спасибо за все, Мелина. Ну и дальше, конечно же, мы следующую Мелину приложим сейчас. Отлично. Спецприем 2 и приложили еще одну Мелину. Извини, прощай, победа.
Ну и дальше, конечно, здесь истощение силы. Вот этого я, конечно, не ожидал. Но сейчас мы на рейдене этом накопим спецприем 2. Я думаю, что победим его тоже. Так, атакуем. Спецприем 2. Контратакуем даже в каком-то плане, потому что он блок не успел поставить. 75% урона и победа. Как это называется, вот, ребят, как это называется? Я подобрал, по сути, обычных персонажей. Кенши Бланс — это вроде как обычный персонаж. Соня Блейд Холодная Война — тоже обычный персонаж. Ну, Соня Блейд классическая, это новенький перс. И за 38 секунд одолеть два бриллиантовых и Мелину Пронизывающую — это клево. Что у нас тут попадается? Блин, опять без экипировки какой-либо. Но я вас уверяю на 100%. Была у меня и такая проблема, то что попались персонажи с экипировкой. Я их победил за считанные где-то 50-55 секунд, в общем-то не больше минуты. Тоже проблем никаких не возникало. Спецприем наносишь, все. Персонажей нет. Я не знаю, зачем такими сильными спецприемы 2 делать. Но мне кажется, что игру даже легче сделали. Я первоначально возмутился, когда только, ну, еще не разбирался в персонажах. Такой, блин, что это за бриллиантовые персы? Какие они сложные, сильные и тому подобные вещи начал говорить. Но на самом деле они не сильные, они не сложные, они обычные. Ну нет у них ничего такого серьезного. Ну реально, ребят, ну вот обычный скорпион, который даже по мне спецприем 1 не хочет нанести. Ну с Рейденом-то я соглашусь, да, тут этот босс, это конечно что-то с чем-то, сейчас меня приложит еще. Это больно будет. Но нет, он меня даже не приложил. Давай, 65 опять, ну окей. А почему так мало урона? Блин, можно же было больше. Ну хорошо, как есть, так есть. Тихо, блин. Надо было истощение на нем использовать. Но да ладно, спецприем 1. И вырубили первого перса. Пошел вон отсюда. Отлично, ракетками его. Вот так-то. Блин, ну и остается у нас Рейден. Я думаю, что сейчас спецприемом 1 его добьем. А хотя нет, у него спецприем не накоплен вообще. Я думал, хотя бы немного он накоплен будет. Вот, как сейчас, например. Да, сейчас он накоплен, поэтому и рисковать я не стану. Я лучше с Мелиной потом повожусь, нежели какого-нибудь другого персонажа выберу. Хотя с Мелиной не придется возиться, потому что Соню Блейд вынесли. Зачем-то ты выскочил? Ты-то что ты тут сделаешь? Блин, Кенши, исчезни, мне нужна Соня. Ну хорошо, накопим себе спецприем, ставим блок. Контратакуем, отличненько. Замечательно. Ну и дальше ставим блок и контратакуем. Извини, конечно, Мелина, но прости и прощай. Победа. Да, мы прошли пятую битву. Конечно, я здесь лишился Sony Blade классической, но и то по своей вине. Немножко неправильно поступил и, конечно же... Ее я слил в самом начале практически. Ну, не в начале, а в середине битвы, скажем так. Но я думаю, вы убедились, что этот персонаж — это по отношению со всеми предыдущими, которыми я обозревал, детский лепет. Ну, предыдущие, конечно же, персонажи. Соня Блейд на данный момент для меня является идеальным персонажем. И, конечно же, вот эта Тима, которую я подобрал, она тоже является идеальной. Не знаю, как вам, но я бы проголосовал за Соню Блейд, если бы какой-нибудь состоялся опрос, какой же персонаж будет лучше. И я не знаю, согласитесь вы с моим мнением или нет, но мне кажется, что многие будут согласны. Хотя, возможно, я ошибаюсь. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока!